Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и вот, ну, наконец у меня вот появились эти заповедники, их прям, смотрите, их попой жую, один, заповедник пуст, один пуст, второй, короче, они все пустые, вот у меня тут 4 заповедника появились на одном пятаке. Короче, давайте сейчас будем как-то изучать, что с ними можно делать. Так, в них можно помещать существ, да, которые там находятся, точнее, заповедник там вроде живет у нас как бы 14 дней, да. Так, давайте сюда войдем. Я просто не помню, когда мы сюда, ну, не знаю, то есть, когда мы сюда помещаем заповедник, наши существа как бы блокируются для битвы или они остаются там? Давайте сейчас выберем какие-то существа, которые у меня стоят в списке в моей команде. И проверим. Допустим, вот возьмем нового гибрида этого нашего. Сейчас мы туда поместим и посмотрим. Когда существа находятся там, это что-то тебя глючит. Когда существа находятся в нашем заповеднике, да, мы их можем развлекать, и за это развлечение, то есть нам дают гены, то есть мы тратим наши вот эти вот штукенции, которые мы находим просто на карте, они нам выпадают, да. И с помощью их мы меняем по факту на гены нашего нужного существа. То есть в заповедник нужно размещать существо, которое, которое нам нужно прокачивать. И просто они там со временем, да, накапливают немного генов. Ну, то есть либо ты тратишь, ну, получается, то есть ты должен тратить на своих, заходить в свои заповедники и тратить на своих существ. Пока что, ну, не совсем понятно, как эта тема работает. Так. А вот здесь нет, да, существа, которые в команде у меня стоят. Они недоступны, подождите. Размещено существ 0 из 4. Существа находятся в заповеднике, не могут участвовать в боях в течение 48 часов. Во, вот это то, что я хотел слышать. Подождите, а где мои тут супергибриды? Почему здесь только эпики и редкие? И это, наверное, зависит от редкости существ. Давайте тебя разместим. Чьи гены мне надо? Вот тебя вот этот мне парень точно нужен. Давайте дальше. Драка. Кто мне там еще нужен? Вот не помню, кто из них нужен. Так, ну вот эти парни нужны. Кого еще бы туда разместить? Ну, допустим... О, в принципе, вот этого парня, которого я собираю, тоже можно разместить. Вот так. Так, ну, да, это будет заповедник действовать 13-14 дней, да, но он первого уровня, мы можем его прокачивать. Прокачивать, ну, делая всякие там действия. Давайте сейчас посмотрим, заглянем в другие эти заповедники. Как бы... А это все одно и то же, как бы один и тот же заповедник? Или это... Или это разные заповедники? Сейчас проверим. Ну, давай, ну, что так это тупишь? Так, я вот в этот разместил. Нет, он существо пусто, странно. Слушайте, я так чего, во все заповедники могу распихать существ? Ну, получается, что так. Заполним полностью вот этот инкубатор. Зелененький. А, подождите, я его заполнил. Ладно, давайте сейчас их тогда подраконим. Так, что мы можем? Можем покормить, давайте покормим. Ух ты, он сено жрет. Это у нас уникальные анимации, да, нам много существ появилось, много разных уникальных анимаций. Вот можно позаботиться, дали 48. А, у меня заповедник уже второго уровня. И здесь 48 дали одинаково, что ли. О, прикольно. О, это пиньята, да, по-моему, называется вот эта штукенция. Так, давай теперь барионикс. О, или иритатор кто-то у нас. Ух ты, козочку, о, прикольно. Вообще даже не почувствовал. 42. Здесь... А, блин, 42 очка, а гены, блин, я не смотрел, сколько генов даются. Ё-моё, тут надо смотреть за гены. Потому что у разных динозавров разные действия нужно. Кого-то нужно кормить, кого-то нужно гладить, кого-то с кем-то играть. Давайте смотреть, сколько дают генов. 26 генов дали. Вот на гены нужно смотреть в первую очередь. 26 генов.
Здесь 13. Здесь 30. Вот, с этим парнишкой нужно играть. Со Стигемолохом нужно играть. С Дракорексом. Здесь 10. Не понравилось ему, да? Здесь 4. И здесь 10. То есть, либо то, либо то. То есть, заботиться о нем не надо. Так. Вот, у меня появился еще один слот. Но. Почему? Дождитесь. А, это надо, наверное, выйти и зайти. Оно не раздуплилось, что у меня как бы вот... Что у меня уже инкубатор прокачался. Точнее, в заповедник прокачался. И вот какая беда тут прояснилась. Оказывается, даже в новый вольер я не могу разместить. Я всего могу разместить 4 существа, несмотря на то, что я пойду во второй заповедник. То есть это лимит на игрока, на участника. Вот даже в свой тот заповедник, в котором у меня появились 2 дополнительных ячейки, которые я качнул на 3 уровень, я все равно никого туда дополнительно разместить не могу. Вот такая вот беда, ребята. Ладно, давайте мы сейчас еще устроим как бы такую небольшую прокачку наших существ. Так, вот качнем тарадолозаврика. Так, у меня вот эти ребята не вкачанные. Ой, до 20 уровня нужно. До 20-го. Чё так далеко? И Тарбик. Это где-то я накаледовал этих генов. Из этого до 20-го, ё-моё, качать надо. Да ну, задолбишься качать, пока не буду его качать. Давайте вот этого парня качнем. 150 тысяч. Трикозаурус. Так, что у нас с этим парнем? Ну, здесь все нормально. Анкилосы, кентричи есть. Будем потихоньку качать, хорошо. Я тоже как бы губы раскатал, думал сейчас еще Кецеля, Джунга, Смилодона, Кулазуха и Пурузавра редких типа запихну тоже в инкубатор. Оказывается, болта. Оказывается, у нас лимит всего лишь 4 на одного игрока. Так, сколько это стоит? 100 тысяч. У нас такой мега кач сегодня, как вы видите. Так, ну тут тоже еще есть. Качнуть хватит на один уровень. Думаю. Давайте пойдем дальше смотреть. Магниперитор. Вот, блин, не хватило. Что ты будешь делать? Сейчас пойдем перитатора создадим. Там буквально мне нужно 100-150 генов насобирать, и будет все отлично. Так, ну вот так вот, короче, в общем-то разобрался я с инкубаторами, с заповедниками, как эта вся тема работает. Заповедник действует 14 дней, а мои существа там находятся еще, я так понимаю, по отдельному таймеру, который мы видели вчера. Или 14 дней. Этот момент еще тоже нужно прояснить. Так, ну вот, блин, это у нас маловато мне вот этих ирритаторов, кстати, еще. Сюда еще ирритатора нужно записать. Я тут себе... Короче, все редкие существа мне нужны. Смилодон только, в принципе, там у меня его немного. А в заповедник мне сюда размещать нужно именно большинство из них редкие существа. Там, ну, есть Эрлик тоже редкий. 90 тысяч. Как вам, ребятки, понравился вот этот новая арена Lockwood Library, библиотека Локвудов? Шикарно выглядит, так 200 тысяч, блин, так долго, сколько месяцев собирал, и тут на тебе, да, и так быстро все потратил. Так, Туарамалох у меня здесь еще есть, 100 тысяч, ну, пока чуть не шибко хочется его. А, вот этот парень есть. Они вроде тоже неплохие, вот эти ребята.
Но я как-то им практически не сражался. Ну да, сейчас посмотрим, насколько у меня две. А, у меня сейчас, ну конечно, я упрусь сейчас в этот лимит, да. Этих дейнахерусов, этих обычных. По 2000 расход. Для уникального существа это, конечно, жесть. Использовать обычных в комбинации. Их, конечно, на карте много. Но задолбишься ведь ловить. Так, ураничей я, слава богу, насобирал. У нас еще сейчас за награду дают каждый день там по 200 клеток или поскольку ураничей. Давай, давай, еще тут сколько? 150 есть. Дилархейрус. Давай еще. Ну за три раза сможем насобирать. 40. Отлично. Ну еще разок по 40 и вообще шикарно. 20. А, ну и 10 как раз. $70 000. Так, я тут деньги не потратил все. Мне на создание гибрида хватит. Давайте сейчас смотреть. Мы с мелодончика давайте создадим. Гибрида с мелодоном. Я там как раз их прокачал. Вот, они мне готовы. Надеюсь, не надо деньги. Не надо. Смелоцефалозавр. Это смешно. Это смешно. У него типа панцирь такой на голове, чешуйчатые лапы и такой, какая-то крыса, реально какая-то. Сплинтер, ё-моё, сплинтер у нас, ребятки, появился. Появился у нас сплинтер. Это прикольно. Ладно, давайте пойдем его протестим, что ли. Выглядит забавно. Какая-то, блин, крысёныш какой-то, ё-моё. Так, редкие башни. У нас здесь как раз есть 4 битвы. Ага, ну сначала нам нужно поменять. Поменять нужно нам нашу команду, малёха. Так. Так, там пока что ребята слабенькие. Вот, кстати, Карнича можно взять. Вот, вот тебя берем. Где-то мне... Ладно, пока тебя давай поставим. Хочу вот этот... А, у меня он 12 левела, да? Карнич, 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 Карнич. Где этот... Вот, вот этот парень. Говорят, что он, типа, очень крепкий, если на высоком уровне. Но я замечал. Он мне тоже понравился. Так, и... Смелодон. Смелодон. Давайте вот такой командой пойдем. Блин, а я даже не прочитал его возможности. Так, он у нас демагер, скорость хорошая, удар с уклонением, очищение себя, шанс уклонения на 50% на один ход, и шанс критического урона. Но опять же, без самого удара, двойной урон просто снайперский. О, на него можно подменяться с параличом. Вот это прикольно. Да, он, конечно, переплюнул нашу кошечку. 2300 на 1000, это на 19 уровне, а у него на 16 такого, такие показатели. Ну, правда, чуть скорость ниже. У него броня есть? Появилась? Нет, не появилась. То есть, это наша замена нашей кошечки. Отлично. Можно его немножко подкачать. Так, давайте начнем со слабенького. Условно слабенького.
Ну, нам двойной прилетает. Отвечаем тем же. Это была контратака. У него есть древнейшая контратака. Так, ну. Ай, ё-моё. Подождите, у меня был закрыт или не закрыт? Вот этот был закрыт, да, опережающий, снижающий. Контратака вообще шикарная. 33%, то есть три контратаки, и все, и противник труп. Ну, наверное, можно было по-другому распорядиться здесь. Давайте с Мелодона вызовем. И сразу, в принципе, после Раптора. После Раптора можно будет подменяться. Карнотавр, у него тоже контратака ядреная. Пробьешь, не пробьешь? Пробьет. И Апатозаурус. Давайте попробуем немножко пожить. Крадется. Так, замедление сработало. Ладно, давайте тогда сваливаем. Парализуем и сможем походить сразу. Вот так вот выглядит наше животное. Есть оглушение. И мы теперь можем ходить, поскольку мы быстрее. Двойной урон снайперский. Если кританет, то убьет. Но не кританул. Блин, опять он замедлил нас. Ну, он бьет через раз. Но он следующий удар все равно не переживет. Ну, можно очиститься. И я буду ходить, получается, дважды. Сейчас. Да? Нет, блин, я думаю, ну почему скорость не забрал? Очищение не очистило меня от замедления. Крит 2763. Такая вот интересная кошечка у нас. Помчались дальше. Сейчас давайте начнем с нашего животного. Оно у нас Смилоцефалодон, да, или как там его зовут. Он у нас шустрый. Да, смилоцефалозавр. Я бы назвал его смилоцефалодон все-таки. Он у нас не динозавр. Он смилодон больше. Кто согласен, что смилоцефалодон было бы круче? Так. Давайте просто его ударим. Он нас, скорее всего, сейчас атаковать не будет. Они вот этой вот ерундой страдают. Теперь мы его уничтожаем. Клыки Смилодона, да, можно сравнить с зубами тиранозавра. О, это снайперский удар. Точно. А, он слинял, гаденыш. Блин. Что-то завтыкал. Да, снайперским ударом же можно пробивать сквозь уклонение. А, да, я же там писал в описании. У нас же теперь новая механика работы у невидимости там. Сейчас надо почитать, пишется ли она здесь. У нас раньше был шанс либо уклониться, либо не уклониться. А сейчас есть у нас шанс уклониться. Сколько там, 50%, да, и, по-моему, шанс получить половину удара, там,
30% или что-то такое, короче. Не помню, какая там расстановка по баллам. Так, а мы подменились на нашего последнего гибрида. Это Дипловентор. Дипловентор. Делаем вот так. Это снайперский удар. Это была всего лишь контратака. Это, кстати, очень классное существо. По-моему, геймбивер его даже, по-моему, чуть ли на 20 уровень хочет качнуть, мол, на высоком уровне он очень, типа, ему понравился. Комбинация его ударов. Начинаем с нашего кашкатуна. Ладно, не хочется. У него классная такая простая билка. С подменой. Да, ну давай сделаем вот так. Попал, 100% при том. Ах ты ж гаденыш, но мы его сейчас не пробьем. Крит! И так мало. Попробуем еще раз уклониться. Правда, нет, это нам ничего не дает. Он же походит дважды. Ну, уклонись. Уклонился. Давайте вот этого парня вызовем. Он тут на контратаках. Просто его замесить может. Так, не обратил внимания. Блин, снизил нам атаку. Ладно, мы сейчас должны сделать то же самое. Крит! Красавчик. Так, главное сейчас нам просто выжить. Давайте вот так сделаем. И контратака его добьем. Прикольно, мне нравится. Как там? Пурставр. 90%. Это вам не просто так. А контратака у него-то, ё-моё, бронебойный урон 33%. О, родственничек прибежал. Но у нас, правда, снижен урон. Ой, как слабенько. Получи контратаку. И двойной урон. Давай. Черт, он выживет. Ладно, вызываем панцирную артиллерию. Не сработал паралич наш, к сожалению. Но у нас есть такой удар. Крушащие кости даже динозаврам. Ну, блин, рановато, да, подмена не сработает. У него абилка контратака, пассивное умение это у него такое, ядреное. Ну, как раз против зауроподов неплохо заходит. Ну, точнее, конечно, против панцирников больше. Сейчас уже, да, значение щитов и невидимости не такое большое. Появилось много существ и много ударов, которые это дело все обходят. Так, ну, взял я тут в команду. Дилара чего там? На всякий случай. Кстати, не посмотрел, какого уровня у нас противники. Ну ничего, справимся. Дилара Хейрус, да. Начинаем с парня нашего.
Давай двойной урон и потом удар с подменой. Ну, это эти смертники. С такими ударами, если была контратака у меня, вообще можно было бы... Хотя нет, если нас противник не бьет, то контратака по нему тоже не идет. Так, Брахи появился. Чё там у него? Да ну тыкнись ты. Да у него сейчас двойной урон должен прилетать, по идее. Ха-ха-ха. Блин, у него перезарядка всего лишь один. О, двойной урон, это шикарно. Следующий удар у него будет тоже двойной. Это контратака и двойной урон. Отлично. Ну давай, давай свой. Не понял. А, ну вот. То, чего я ждал. Контратака и добил. Ну, очень прикольное существо. У него все удары мощные и снижающие урон. Блин, это сильно. Он 16 левела, а как себя хорошо показал. Так, давай, птичка. Мы по тебе попадем. Это контратака. И атака. Шикарная тварь, я согласен с геймбивером, она хорошая. В сухую выиграли. Нужные гены. Так, о, давайте тут пособираем. Вот так вот урань. А, по 100 генов уранищи каждый день дают. И заглянем в альянс. Что там у нас? 10 наград. Ну, 10 наград, это значит, полных инкубаторов пока что нет. Вот так. Альянс. А, не, смотрите, полностью готово. Ранг 4. Ух ты, это будет легендарный. У нас тут еще больше 3 дней. Думаю, насобираем те лимиты. ГЗД — это общество защиты. Группа защиты динозавров, да, или как-то так переводится. Так. Идем сюда. Да, вот, кстати, вот, а, они меняются, то есть, я понял, а в общих заповедниках они меняются, вот каждый час меняются эти заповедники, а вот мой заповедник, вот, да, вот мой заповедник, он заменится через день, то есть один день висит здесь заповедник, то есть, и это получается... чужие игроки могут заходить и здесь как бы кому-то помогать. Давайте вот мы зайдем, у кого здесь один заповедник, и потратим немножко своих баллов. Ну, поможем человеку, так сказать. 4 гена ему дали. Мне тоже этот эрбикозавр нужен. И вот давайте поиграемся с ним. Тоже 4 гена дали. Давай, ладно, еще раз. Вот так вот. Да, ну здесь один. Но у меня, да, уже все занято. Хотя он высокого уровня, этот заповедник. Но существа из него куда-то уже подевались.
Так, давайте тоже бросим какой-то запрос. Кто мне нужен? Ну, вот эти парни тоже нужны. Вот эти парни нужны. Ну ладно, пусть будет так. Тарбозавра, блин, я бы накидал тарбозавра, но мне самому нужно его качнять на 20 уровень, так что пока что не знаю. Ух ты. Два косарика насыпали нам таких стигималохов, это хорошо. Это хорошо. Давайте в свой заповедник зайдем. Себе тоже что-нибудь там надонатим. Вот этих парней давайте. Так, 5 генов. 6 генов. 2 гена. Вообще бесполезно. Так. Ну вот так. Жаль, что не видно здесь, сколько у меня вот этих генов. Нельзя посмотреть информацию про Диноса нашего. Блин, ну 5 генов, это, конечно, печально. Интересно, о ком выгодно заботиться, собственно говоря? 7 генов. 14 генов. Но вот этих насыпает больше всех. 14, 15. О, Барионикс, давай, покрышку. Фас, собачка, фас. Ничего себе, что-то он вообще не поигрался, куда-то вышвырнул ее на орбиту. Да. О, козочка прибежала. Ам-нам-нам. Ну, в общем-то, вот и я потратил все. Заповедник у меня теперь 4 уровня. Такие дела, короче, ребят. На этом тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.